На улице Фатьянова во Владимире сгорела иномарка. Это случилось в понедельник утром около жилых домов. По информации очевидцев, когда машина уже горела, в ней находился человек. Высказывается предположение, что он спал. До него пытались достучаться, однако он не реагировал. И вдруг, судя по этому любительскому видео, дверь горящего авто внезапно открывается, и из нее выбегает мужчина. По информации регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил в 9:20 утра. Спустя 10 минут после приезда пожарным удалось локализовать возгорание. А к 9:45 и вовсе его ликвидировать. Как выяснили дознаватели, в течение всей ночи хозяин машины находился в автомобиле с работающим двигателем. Предварительная причина пожара – перегрев и воспламенение горючей отделки кузова автомобиля. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. В минувшие выходные трагедия на пожаре произошла в поселке Новки Камешковского района. В субботу ночью там загорелся частный жилой дом. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. В течение получаса пожар в частном жилом доме был потушен. В результате пожара сгорело чердачное помещение на площади 60 квадратных метров и дворовая пристройка на площади 40 квадратных метров. К сожалению, после тушения пожара на месте были обнаружены тела двух погибших. Всего к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 18 человек. Пожар устанавливает. На Судогодском шоссе в понедельник утром якобы обнаружили взрывное устройство. Как сообщают пользователи соцсетей, за зданием департамента транспорта ночью кто-то оставил коробку, перемотанную скотчем. На место вызвали полицию и спасатели. Людей срочно эвакуировали. Как сообщили полицейские, тревога оказалась ложной. Ничего похожего на бомбу специалисты не обнаружили. Не обошлись выходные без трагедии на дорогах области. Всего зафиксировано 18 аварий с пострадавшими, двое погибли. По информации из соцсетей, в одном из ДТП в выходные погиб помощник владимирского прокурора. Областная прокуратура комментировать это отказывается. Известно, что трагедия произошла в Судогодском районе. По предварительной информации, около 23 часов 50 минут на 5-м километре автодороги Верегино-Головино водитель квадроцикла совершил съезд в правый кювет по ходу движения. На транспортном средстве передвигались два человека. В результате ДТП один мужчина скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. Обстоятельства, конечно, уточняются.